Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Литвиненко. И сегодня на моем канале в рубрике «Аромат винила» я познакомлю вас с пластинками из своей коллекции, которые относятся к категории синглы. Вот. Как вы видите, синглы у меня представлены как бы в двух вариантах носителей. Это 7-дюймовые пластиночки, маленькие зарубежного и отечественного производства, и большие гиганты, вот 12-дюймовые пластинки. И сейчас об этом всем поподробнее я вам расскажу и покажу. Начну, пожалуй, я свой разговор вот с этих пластинок. Это пластинки отечественного производства. Вот, и здесь разные синглы. Ну, во-первых, все наверняка меня понимают, что пластинка под названием сингл — это маленькая пластиночка, которая содержит в себе одну-две песни, ну, иногда больше. Вот, и начну вот с этих пластинок. Не знаю, это, наверное, один из самых забытых форматов. В СССР это было очень как бы модная такая тенденция. Гибкие пластинки, на английском языке это флекси называется. И здесь не столько я вам показываю вот эти пластинки как носители какого-то уникального музыкального материала, потому что они все, как правило, монофонические, вот, а именно как память детства. Вот эти пластиночки, я, будучи еще там пацаном или уже подростком, слушал на проигрывателе «Мелодия 103», или даже у нас был, по-моему, какой-то проигрыватель очень старенький, ламповый прибор, совмещенный с радио, по-моему, «Беларусь», на ножках такой, и выдвигался там такой проигрыватель. Вот, и вот эти пластинки, значит, мы слушали вот сначала вот на них, а потом вот на «Мелодии». И две пластинки, к сожалению, утратили, значит, свои обложки. Но я вам могу так сказать, что вот здесь вот, если видно, вот написано «Спасибо за музыку, и я марионетка, невестки и девушка». Ну, «Спасибо за музыку, я марионетка» все узнали, наверное. Это две песни группы «Абба». Вот на таких пластинках гибких нарезали по две песенки на каждую сторону. Крутились они на 33 оборотах. Значит, это было... Значит, у нас было так модно, вот смотрите, по принципу, как здесь. С одной стороны ансамбль «Надежда», руководитель Михаил Плоткин, а с другой стороны... Что? Группа Eruption. То есть, такое вот сочетание было интересное. Но вернемся от этих вот к этим. Здесь то же самое. То же самое. На первой стороне группа Абба. На второй стороне, я даже не знаю уже, что это такое. Здесь на первой стороне группа Бонем. Композиции «Спокойный отец» и «Солнечный». А здесь аж три песни: «Гималаи», «Вестерн» и что-то «Песни медведя». Что это за «Песни медведя»? Может быть, кто-то вспомнит, подскажет. Я уже, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, посмотреть на дискоксе. Скорее всего, там это все есть. Вот. Но, говорю, вот эти вот пластиночки пользовались особой популярностью. Так же, как в свое время мне отец рассказывал, а он где-то в 60-х годах уже увлекался пластинками. Так там пластинки вот такие нарезали на флюорографических снимках. И частенько были какие-то внутренние органы, там изображены ребра, бедровые кости, берцовые и так далее и тому подобное. Тоже прикольно, но у меня, к сожалению, нет ни одной пластинки такой, как рассказывал мой отец. Так вот, продолжаем по гибким пластинкам. Вот здесь у меня, значит, «Надежда» и группа Eruption. Вот. Группа Eruption исполняла песню «Я не выношу дождь». Вот.
Здесь, значит, пластинка поет Эми Стюарт. Ну, это можно сказать, что такой вот прямо сингл-сингл на гибкой пластинке. Две песни. Вот «Райская птица» и «Письмо». Вот здесь вот тоже в аннотации написано, кто такая Эми Стюарт, где, когда она прославилась. Вот, и написано, что две песни взяты с пластинки «Райская птица». 79-й год. У меня большой диск есть. К сожалению, там другая обложка. Вот эта вот картинка, она никакого отношения не имеет к пластинке «Райская птица». Это с другой пластинки взята картинка. Вот. Дальше вот такое вот у меня. Очень мне нравилось вообще. Потому что группа, фирма «Мелодия», она не выпустила по лицензии большой полный диск. Но вот такая вот гибкая пластинка Джордж Мородера с двумя композициями «Если бы ты не боялся» и «Мне грустно без тебя». Вот. Это вот как раз с первой стороны этого большого альбома взято. Тут тоже все расписано, кто такой Джордж Мородер, куда, чего. И написано, что две композиции взяты с диска «Е равно МЦ квадрат», выпущено в 79-м году. Вот такая пластиночка. Ну и вот это вот, это уж совсем из детства решил показать, потому что это вот был такой фильм. И вот здесь на этой пластинке 4 песни, которые в детстве мы слушали, нам очень-очень нравилось. Были еще другие пластинки, но, видимо, утрачены они постепенно. А вот это все, что было, осталось, как говорится, из этих гибких пластинок, я забрал себе сюда, в Краснодар, вот, чтобы не потерялось. Ну и как память о тех годах. Вот. Между прочим, интересно, давайте посмотрим, сколько стоила пластиночка. Написано 60 копеек такая гибкая пластинка стоила. А сейчас мы будем разглядывать другие пластинки, которые уже на виниле сделаны. Вот они, советские пластинки, сделанные, выпущенные на виниле. Вот. И они стоили уже 85 копеек, а некоторые и того больше. Это пластиночки, тоже синглы. Но здесь у меня есть очень интересные экземпляры, потому что они выпущены на цветном виниле. Ну, что мы видим? Это вот Алла Пугачева. И две песни здесь записаны с каждой стороны. Вот. И вот такая вот маленькая пластиночка. А здесь одна песня, «Арлекино». Ну, мало того, что она еще сама по себе такая, хорошо сохранившаяся, она еще вот на таком вот малиновом виниле сделана. Вот. И я ее себе в коллекцию, конечно, прибрал. Ну, несмотря на то, что я не являюсь ярым фанатом Аллы Пугачевой. Здесь у меня «Песняры». Вот на таком вот прекрасном оранжевом виниле. «Вологда» одна песня, вторая. И здесь гора, и там гора. Вот. А здесь «За полчаса до весны». И тоже 3 песенки. Но этот 7-дюймовый цветной винил можно спокойно отнести к категории синглы, потому что, да, действительно, здесь 3 песни всего. Вот. Записаны на 33 оборотах. И, значит, больше всего пластинок, наверное, с этими маленькими пластинок с синглами выходило именно, наверное, на 33 оборотах. Вот. Хотя есть и 45. Вот тут уже 45 оборотов. Дальше следующая пластинка, сингл такой вот от «Мелодии». Это ансамбль «Space». И 2 песни. «Волшебный полет» композиции и «Вежливое похищение». Вот, которые потом уже были приобретены на диске «Гиганте».
если помните, выходил такой сборник вот от фирмы «Мелодия», группа Space. Там они постарались собрать, ну, наилучшие композиции, я так понимаю, с первых нескольких альбомов этой французской группы. Так, дальше. Вот здесь у меня еще автограф, группа «Автограф». И здесь тоже раз, два, три песенки, записаны на 33 оборотах. Вот. Пластинка еще вроде живая, поцарапанная слегка, но живая. Вот. Тоже не как музыкальный материал хранится у меня, а как память. Это то, что я слушал. Ну и вот здесь вот еще две пластинки, а это уже, наверное, что-то из последнего. Это 88-й год, вот Алла Пугачева. Рубль 20 уже стоит. Две песни. «Королева» и «Алло». Ну-ка, давайте-ка глянем. Да, записано тоже на 33 оборотах. Немножко поцарапанное. Ну, звучит неплохо, кстати. Вот. И вот этот последний сингл. Давайте-ка глянем, что тут написано. 1 рубль. Ленинградский завод. И здесь две песни. Одну исполняет Игорь Скляр Комарова, а вторую песню исполняет Валерий Леонтьев. «Простите мне волны». Но записаны на 45 оборотах. Вот. Стерео 45 оборотов. Вот такая вот пластиночка. Значит, фирма «Мелодия» выпускала. Это вот, что касается, как говорится, пластинок, синглов, маленьких 7-дюймовых, которые выпускались и которые в небольшом количестве имеются у меня в моей вот коллекции такой пластиночной. Это синглы. Но вы заметили, что все они сделаны с отверстием в середине под штырь. Вот. Ничего такого прям особенного. А в отличие от пластинок, которые делались за рубежом. Сейчас мы на них внимательно посмотрим. Зарубежные пластинки, синглы я как-то приобрел большим одним лотом. Что-то была какая-то распродажа на Дискоксе. Ну так случайно нарвался, думаю, что-то у меня нету вот таких вот синглов вообще. Как-то это неправильно. Надо бы купить и послушать, вообще посмотреть, что оно из себя представляет. Купил, в общем-то, и ничего так интересно. Во-первых, зарубежные образцы, они все записаны на 45 оборотах. И они все имеют вот такую вот середину яблока с большим отверстием. Я так понимаю, это сделано специально для того, чтобы такие пластинки было удобнее использовать в музыкальных автоматах, которые, допустим, за границей ну, как бы использовались больше, да, чем у нас. Вот. И музыкальный автомат, вот он пластинку с таким большим отверстием хорошо берет. Вот там, в общем-то, система сделана так, что чик и все. И крутит. Денежку люди платят, и пластиночка звучит, доставляет удовольствие. Здесь вот, вот это вот такая маленькая пластиночка. Это фильм, как бы мини-саундтрек для фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз». Две композиции. Так, это раз. Дальше вот такая вот пластиночка. Вот. Буду вспоминать теперь группу «Роксет». Вот и эту певицу замечательную. Пластиночка содержит вот таких две песни. «Listen to your heart» и «I could never give you up». Вот, выпущенный фирмой «Parlophone». Вот с таким яблочком на 45 оборотах. Вот. Классные песни. Здесь две штучки. Вот, в чистом виде сингл-сингл.